Мы уверены, что вот те ребятишки, которые приняли участие в этом конкурсе, соответственно, оставили свои работы, никогда не будут загрязнять окружающую среду, бросать мусор, загрязнять речки. Может быть, из них как раз вырастут руководители природоохранных ведомств, специалисты в этом направлении, талантливые ученые, экологи, да и вообще просто люди, которые заботятся о своем доме, об окружающей среде.